то, что Зеленский наговорил во время празднования бандеровского вот этого праздника 14 октября. То есть я слушал, я обалдевал. Ну, мало того, что он опять наговорил массу военной риторики, но я как историк просто там прозревал. Он же там заявил, процитировал французского историка Шерера, где заявил, что, вот смотрите, Шерер что указывал, казаки никогда не выходили захватывать чужие земли, они всегда защищали свои алтари. Это тот же самый, это к вопросу о том, с кем мы ведем переговоры, тот же самый Зеленский, который, помните, год назад нам рассказывал, как запорожские казаки брали Дюнкерк, да? Где там алтари запорожских казаков в Дюнкерке были? И он же в этом году рассказывал, как они крымских татар захватывали в Кафе, да? А теперь вот цитирует французского Шерера, но скрыл один маленький момент. Как называется работа научная вот этого самого француза, на которого он ссылался. Он почему-то сказал «Хроники» от Шерера, а она называется «Анналы Малороссии». И этот самый Шерер подробно рассказывал, как эти самые запорожские казаки взяли на себя имя малороссов, как они с гордостью говорят, что мы малороссы, служим великой России и так далее. Но, понятное дело, историк великий Зеленский об этом не сказал. Почему? Да потому что не знает.